Администрация Ставрополя при поддержке АТВ Медиа представляет проект «Что я сделал для города Ставрополя». Добрый день. Я Страхова Татьяна, представляю Ставропольский кооперативный техникум. Более 25 лет в Ставропольском кооперативном техникуме работает волонтерское движение. За эти годы участниками этого движения стали тысячи студентов. С 2012 года мы участвуем в сборе гуманитарной помощи на рынках города Ставрополя в помощь незащищенным слоям населения города Ставрополя. Мы активно участвуем в акциях «Материнский пирог солдату» и «Подарок воину». Наши студенты живут под девизом «Учимся мыслить и действовать во имя человека, Родины и семьи».